Первые победители и призеры летних азиатских игр, которые проходят в китайском Ханчжоу, вернулись на родину. Среди них снайперы, завоевавшие две золотые медали, и бронзовый призер по тхэквондо Смаил Дуйсебай. Жители города приветствовали победителей цветами. Особой торжественностью был удостоен аэропорт города Шымкент. Первая группа победителей азиатских игр вернулась в родную страну. На церемонии собралось большое количество родителей спортсменов-победителей, руководителей спортивных школ и болельщиков. Куаныш Асылов, первый заместитель акима Шымкента, поздравил победителей и призеров с победой и пожелал им успехов в предстоящих ответственных соревнованиях. Мы гордимся успехами и победами наших спортсменов. Желаю им убедительных и ярких побед на предстоящих зачетах. Наши спортсмены самые лучшие в мире. Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асии Муранбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении «Скит». При этом команда установила рекорд азиатских игр – 350 баллов. Ранее Зухра Ирназарова принесла Казахстану второе золото в пулевой стрельбе. Шымкентцы, огромное вам спасибо за теплый радостный прием. Наши спортсмены очень старались, чтобы про наш Шымкент знали и Поднебесный в Китае. Заработали две золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые медали. Очень старались, поэтому вам огромное спасибо, Шымкент. Высоко оценивается выступление Смаила Дюсебая, который отличился в тхэквондо и в полуфинале победил китайского спортсмена. Он доказал, что является главным претендентом на Олимпийские игры. Мы благодарны народу Казахстана за поддержку. Спасибо вам за оказанное внимание и уважение. 18-летняя Зухра Ирназарова завоевала награду высшего достоинства в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Наша соотечественница набрала 560 баллов, опередив сразу двух стрелков из Северной Кореи. Соревнования прошли отлично. Мы со своей командой выступили просто прекрасно и заняли много призовых мест. Настроение после соревнований отлично, и мне очень понравилось, как нас встретили. Но дальше больше. Я надеюсь, что мы принесем еще очень много медалей со следующих соревнований. Я благодарна за подготовку, которую вклали нас наши тренера. Теперь наши соотечественники будут соревноваться в карате, борьбе, спортивной гимнастике. Известно, что среди них есть спортсмены, лидирующие в мировом рейтинге. Пусть удача сопутствует им. Вперед, Казахстан! Аружан Жаринбаева, Диана Али, Казы. Новости.